Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня будем рассматривать телефончик LG KP202. Раскладушка. Увы, аккумуляторной батареи у меня нет. Ну, давайте смотреть, включать через лабораторник, что умеет данный телефончик. Телефон в очень хорошем состоянии. Внутренность вообще сохранилась на ура. Значит, аккумулятора, как я повторюсь, у нас нет. Но это нас не пугает, так как у меня есть лабораторник и... Слава Богу, можно все подобрать и проверить. Ну что, телефон без русского языка, я так понимаю. Сейчас мы заходим в меню. Так, и погнали искать. Так, вот настройки. Дата, язык, вот написано. Значит, польский, румынский, словенский, Испания, автоматик, английский. Так, нет, ребят, нет, русского языка, увы, у нас... Нет наличия. Ну, бог с ним. Будем на английском, на стандартном. Так, back. Значит, поехали справа налево. Games and App. Значит, первая папка игры и приложения. Поехали. Не пойму, туговатенько нажимаются клавиши. Почему, бог его знает. Так, есть вот папка Games, но тут только Sudoku Puzzle. Ненавижу их. Application, что у нас есть? Ничего. Он так, видите, как по папкам разложен. Каталог. Понятно. Напоминает чем-то персональный компьютер. Далее, Call History. All Calls. 477, так что я 100 раз звонил. Так, пропущенные, набранные... И call duration, да сколько лялякали на телефоне. All calls, значит, все звонки. 2 часа 10 минут, да правда. 24 на телефон. Так, в нормальном состоянии. Ну, все может быть. 2 часа 10 минут на телефоне. Может такое и быть. Так, что-то я отключил. Ага, у меня... Далее идет папочка органайзер. Что у нас в ней? У нас есть календарь, мемо, напоминание. Видите, вот такое 2009 года. И блокнот, что нам нужно сделать. To-do list. Далее my stuff images. Здесь у нас, по идее, должны быть фотографии от интуриста E+. Это вот обои стандартные. Сам с этим LG-шный. Кстати, дисплей, несмотря на то, что он дешевый, он хорошо такой светлый и приятно глазу. Try again sound. Почему? Не хочет пускать. Game and apps. Это вторая папка. Да. Далее. Не хочет музыку. Я зашел с другого бока. Ничего. List empty. Короче, скорее всего, хозяева старые просто поудаляли. Далее, мессенджер, inbox. Сейчас проверим входящие сообщения. Русского нет, но... Что у нас телефон? Персональное предложение, все читабельно на русском языке. Далее, мультимедиа. Что у нас есть? У нас есть камера. Камера прикрыта рукой. Ну... Она работает. Бум-бум-бум. Такое получилось фотография. Такая получилась. Да, удаляем. Дальше, что у нас еще есть? Так, как нам выйти? По колхозному мы вышли. О, я зафотографировал. Ладно. Дальше. Следующая папка это... Звуки. Outdoor. Сейчас мы сделаем самый громкий. Вот активация. А теперь погоняем его. Окей.
Персонализация Key Melody есть. Вот, рингтоны. Error try again. Почему? Неужели они поудаляли мелодии или заблокировали? Ну вот, видите, одна мелодия есть. Call and type, message, alert. Ну нет, так нет, ладно. Далее, контакты. Найти контакт, вон, смотрите, все читабельно, видите? Показывает телефон и имя хозяина. Далее, настройка, alarm clock, нет. Далее, калькулятор есть. Там, ди-ри-ри-ри-ри. Плюс, не-не-не-не-не, равно, класс, clearback, секундомер, юнит-конвертер, мировое время, инфоторазваги, киевстаровский сайт, где скачиваем информацию по газетке, всякие журнальчики. Далее, настройка, дата и время, установить, у нас сейчас 03. Так, 12.20.21. Окей. Очень неудобно, боюсь сейчас вылететь, не буду дальше дергаться. Так, тут время, дата, язык, звонки, настройка security, это установка пин-кода на телефон, power save, network, flight mode, сброс на заводские и проверка памяти телефона. Дальше. А что ж у нас по звукам? Вообще ничего, да, ребят? Класс. Дисплей. Тут у нас есть wallpaper'ы. Это можно вон использовать те картинки, которые были. Backlight timer. Сколько светится дисплей? 60 секунд. Установить яркость. Так, бэк у нас на всю. И крайняя папка – это браузер, выход в интернет. А вот почему с музыкой ничего я не пойму. Хотел побалдеть от мелодии, которая в LG-шке, а она мне не дала ни одну мелодию. Почему, я вообще не понял. Ошибка, повторите заново. Effect sound volume. Представляете, всего оставили одну мелодию. Не знаю почему и с чем это связано, ребят. Так, пробуем позвонить в Kyivstar и завершаем, потому что очень неудобно держать. Привет. Так, что у нас на лицевом дисплее? Так, здесь информация, здесь закрываем. Ну и вот здесь светится Kyivstar, время, дата, часы, состояние батарейки, состояние связи. Ну, я думаю, чики-чики. Все отлично. Ну, вот такой сегодня у меня был телефончик на обзоре. Если кому-то вдруг понадобился, хочет кто-то поиграться, телефоны недорогие, пишите, предлагайте цену. Договоримся, отправка в любой город после полной оплаты. Удачных покупок. Пока-пока.